Грув этот, соответственно, идет из куплетной части и также имеет кое-какое развитие. Но мы, как всегда, берем основу. Играем. Соответственно, здесь у нас идет четырехтактовая связка, при этом первый и третий такт, если я не ошибаюсь, у нас повторяются. Поэтому разбираем первый такт. Второй кусок играется следующим образом, также все в нотках записываю, медленно повторяем. Склеиваем. Третий такт у нас играется так же, как и первый, вот в нашем случае. И последний такт играется вот таким вот образом. В нем, в принципе, самая сложность, самый сок. Очень интересный переход с хэта на малый барабан. То есть есть смысл отдельно вот этот прикольчик проработать отдельно. Все это укладывается ровно в один такт 4 четверти. Повторяем схему. Первый такт и третий такт одинаковые, второй такт мы знаем, четвертый такт мы тоже знаем. Все это можем играть по кругу. Ну, крэши выставляем, я думаю, есть смысл в первом и в третьем такте. Будет неплохо. Попробуем.